дорог, прежде всего, насколько мы мобильны, насколько мы обеспечены, так и сегодня к зиме. Почему? Потому что ряд районов уже посмотрели, если вы помните, примерно полмесяца назад это было, и Энгельский, и Марксовский, и Балаковский, и сегодня самое главное город Саран. Почему? Потому что у нас есть как бы определенные опасения главы администрации по причине того, что есть нормативное обеспечение, а есть фактическое наличие техники. И вот мы должны с этим фактическим наличием техники сделать все возможное, учитывая, что она укомплектована прежде всего жителями, водителями, другими там механизаторами на тракторах, да, именно обеспечить безопасность города. Мы видим сегодня, что происходит в центральной России, в Москве непосредственно, сколько уже осадков выпало в виде снега. И насколько сегодня нагрузка идет на технику, на людей, которые занимаются уборкой города. Так и у нас, чтобы это не было неожиданностью. Мы должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям, а зимой они непредсказуемы. Практически каждый снегопад – чрезвычайная ситуация. И далее. Мы должны не просто почистить дороги, самое главное – остановки, тротуары, пешеходные зоны. То есть весь комплекс работ, который касается, в частности, городской среды. Вот с этим и связано. Никаких остальных каких-то чрезвычайных или сверхчрезвычайных задач здесь не стоит. Мы убедились, что сегодня на самом деле та техника, те люди, которые должны быть, вот по части направления Валерий Николаевич говорит, в три смены укомплектованы. Сегодня есть сложности с механизаторами, и они дополнительно работу такую проводят. Но надо к этой еще возможности все-таки подключать все и управляющие компании своими возможностями, и все предприятия, организации, которые находятся на территории города, они должны сегодня быть раскреплены, с ними должно заключено быть соглашение за каждой закрепленной территории. Тогда вот объединив все эти усилия, можно сказать, что мы готовы к работе в зимних условиях. Вы знаете, та техника, которая сегодня собрана на площади, понятно, она не вся. На сегодняшний день здесь 160 единиц техники, которые обеспечивают работу коммунальных служб в зимнее время на 6 административных районах. На сегодняшний день в двух муниципальных бюджетных учреждениях у нас около 300 единиц техники, то есть здесь находится половина, а по нормативу необходимо где-то около 700 единиц техники. Рассчитывается от площади, зеленых зон, тротуаров и так далее. И действительно, сегодня задача губернатора поставила, чтобы при подготовке к зиме вся техника была исправна, это в первую очередь. И та техника, которую мы получили из Москвы, это 20 единиц тракторной техники, она вся здесь, укомплектована дополнительным количеством водительского состава, их будет 3 на 1 единицу техники, то есть техника будет работать круглосуточно.